Украину іде. І здрасте вам. І добрий вечір. И здрасте. Меня зовут Александр, а вы откуда? Как вас зовут? Меня зовут Ольга из Донбасса, Донецк. Прям с самого Донецка? Именно с самого центра его. Я понял, я с города Воронеж. Очень приятно. О чем хотите интересным поговорить, Ольга? Наверное, о жизни в мире. Давайте поговорим. Давайте. А может, спросить что-то хотите? Может, что-то интересует вас? Как живется в мире? Как живется в спокойствии? Классно? Да-да. Ничего так. Это вы что же в мире живете? Тоже в спокойствии. В центре ж Донецка, по-моему, ничего ж там не взрывается. Уже все. Но и война так... ушла. И все. Да нет, это вам так кажется, и вам так показывают. Ну, нам как-то сейчас не очень показывают. Там говорили, там химоружие, что-то, укропы, там такое. Они все бомжи, да, это не способны. Ну, у меня родители, например, с окраин Донецка. Еленовка, всемирно известная. Впервые слышу, не знаю, о чем говорите. Оленевка, слышали такое? Впервые слышу. Честно? Вы счастливый человек. Так и у меня и знакомые, и друзья... Кому-то сказать, они вообще скажут, блин, что это такое, о чем это вообще? Здесь детей убивают. А кто убивает детей? Так как мы ДНР, считаемся ДНР, нас убивает наша страна, Украина. Наши братья по крови нас убивают. Не, это мы же ваши братья. Вы наши братья двоюродные. А наши родные нас убивают. Вам все равно, а родным еще больше все равно. Подождите, а зачем они вас убивают? Ну, потому что уголь отжали. Дороги вы, отжали. Вы отжали уголь? Нет, у них отжали. Ну, вы у них отжали уголь? Нет, ну мы жили здесь испокон веков. Мы на своем стоим, и все. Это наше. На угле стоите? Да, это, ну, на бассейне. Донбасский бассейн, естественно. Мы донбассяне, это наше. Я понял. А что вы делаете с углем? Вы же его продаете? Вам и украинцам продаем. Ну так а в чем тогда проблема? Ну потому что накапает ваш карман в россиян, а не в наш. Ну тут это ж политика, девушка. Это ж такое дело. Вещь неприятная в наше время, я с вами согласна на 100%. Это политика. Так а что? Ну так вы раньше, вы когда были, вот Украина... то вы ж уголь продавали, правильно? Наверное, да. Ну и сейчас вы продаете. За копейки. За копейки? Да. А кто виноват в этом? Мы виноваты. Как вы? Вы какие-то странные вещи говорите. Ну почему? Ну всем суждено ошибаться в этой жизни. Вы согласны? Вы хотите сказать, что вы ошиблись? Да. Мы ошиблись. А что надо было делать? Нужно было не допускать войну. А вы ее допустили? А каким образом? Вы, девушка, допустили войну? Я никак не допустила. А вот моя страна взбесилась. А, вот эта вот республика Донецкая взбесилась. Нет, мы люди обычные. Мы хотим жить в мире. Нам ничего больше не надо. Ни политики, ни России. Мы готовы быть гражданами Гваделупы. Но лишь бы у нас был бы мир бы. Нам уже все равно абсолютно. Ну хорошо, смотрите, ну почему мир вот в Харькове, в Днепропетровске, в Киеве? До поры до времени. Ага, блядь, он настолько бестолковый, что в Харькове был вообще-то референдум. В Харькове не было референдума, девчата. Ну потому что вы не местный, вы не знаете. Вам у понятно. Меня родня из Харькова. У меня тоже родня из Харькова. Ну, вы хотите сказать, что в Харькове был референдум? Зачем вы глупости говорите? Я с вами хорошо разговариваю. Так и я же с вами хорошо разговариваю. Вы думаете, что в Харькове был референдум? Нет, мы так не думаем. Он там собирался быть. А, так собирался, но не было ж, правильно? Не было. Ну, а почему... В Харькове сейчас вроде все нормально, там мир, молодежь на улицах, в вузах учатся. Там беднота.
В Харькове беднота? Да, беднота, беднота. А в Донецке процветание. Конечно же нет, тут мины летают. Так подождите, вы говорите, что в Харькове беднота. Да. А у вас тогда ж тем более беднота. Ну вы правы, конечно, беднота у нас. У нас война. А, когда... у вас война. Когда... А чего война у вас вдруг? Когда при войне жили хорошо, скажите мне, пожалуйста, в каких годах? Ну так, я же говорю, так в Харькове же нормально люди живут? Нормально, без мин, но они бедные. У них вода в золоте исчисляется. А вы богатые. Они бедные, вы богатые. Я же этого не сказала, почему вы перекручиваете? Ну а чего вы говорите, что они там бедные? Вроде нормальные люди, как обычно. У меня там живут родственники. Они за воду платят золотом. Они закладывают свои кольца в ломбард, чтобы за воду заплатить. За воду заплатить? Да, да, да. За какую? За питьевую? За горячую, которая из крана. Вода? А, я понял. А у них счетчик есть или нету? Конечно, 21 век на дворе, естественно. А им просто много надо горячей воды. Нет, просто правительство решило, что нужно драть с населения деньги. А, я понял. А у вас вода дешевая? Нет, не дешевая. Вот именно, что у нас война, у нас вода тоже золотая. Я же вам это и говорю. А, вода я понял. Я понял. То есть вы считаете, что вы лучше живете, чем в Харькове? Нет, конечно. У нас мины летают. Харьковчане, они счастливые люди. У них мин нет над головой, а у нас есть. Поэтому они живут... А почему? Почему они живут? Я вот просто ничего не понимаю. Почему в Харькове живут нормально, а вы гораздо хуже? Почему у вас летают мины, как вы говорите, а у них нет? Потом, рано или поздно это окупится. Окупится чем? Ну, даже жизнями наших людей. Я ничего не понимаю.